местности дождик прошел. Асфальт блестит. Температура наружного воздуха 4 градуса. Хорошее место, но тут видно Байкал нету. Чтобы полюбоваться Байкалом, так как я, через Бабушкино, под мостом. И вы на берегу Байкала. Немного проехав, вы оказываетесь у маяка. То есть мест для ночевки, привала, остановки, отдыха достаточно. Достаточно. Вот еще один родник. Придорожная торговля. Бабулька уже торгует чем-то. Умоль, наверное. Но я его... По всей вероятности очень сложно будет довести, расстояние не маленькое. Thank you.
Сегодня 44-й день пути. По-моему, 2 октября. Проверка связи. Меня слышно в канале? Не настроена антенна, и вообще с радиостанцией какие-то проблемы. Не знаю, надо будет на трассе где-то остановиться, да, довести до ума. На FM. Понял, благодарю. Сейчас это сделаю. Проверка связи. Дружище, слышишь меня сейчас? Нет?
например, блин. Полный комплект колес. Thank you.
вчера была ясная, безоблачная погода. Только съел впереди. Сегодня пасмурно.
помню первые свои рейсы вот по этой дороге. Вот, конечно, это был ужас. Во-первых, гравийка была, во-вторых, мосты наводили, объезды были. Ну а сейчас все поменялось кардинально. Стоят унылые, осень, октябрь месяц. Это тоже своя прелесть. Мелко барабанит дождь. Thank you.
Узнал, что боковую камеру снимает сквозь дождь. Видеорегистратор. Thank you.
Ah.